Стоянка есть бесплатная. Мы поедем, попробуем с вами стать на бесплатную, посмотрим, покажу вам, как оно выглядит. Ну там, конечно, стремновато, нет асфальта, там обычный через песок насыпан, гравий, и ну, никто ее не охраняет, ее могут поцарапать, побить, все что угодно может произойти. Чтобы на нее попасть, нужно вот на заправку налево поворачивать. Сейчас мы с вами пойдем на нее, нам налево. Метров выполнить. Вот разворот. Одна из них парковок, но это, скорее всего, уже платная. А там дальше у нас бесплатная. А вот аэропорт. Загородили. И вот мы подъезжаем. Здесь, скорее всего, должна остаться еще бесплатная. Наверное. Та часть вот такой вот въезд полочки, бесплатный. Огород. Вот мы с вами находимся на бесплатной парковке. Заезд, он открыт, вы заезжаете на нее. Покрытие, как я говорил, здесь видите, асфальт, камни, ну такое слабенькое. Единственное, что не рекомендую не ехать сначала, а машину припарковать где-нибудь на въезде и пройтись, посмотреть глазками, где вы можете припарковаться, чтобы не крутиться, потому что здесь ночью или, ну, сложно разъезжаться, такие заезды. Я нашел место уже, посмотрел, сейчас вам покажу. И мы с вами туда встанем. Если у вас большая машина, имейте в виду, что вас могут подпереть, и вы потом не сможете выехать. Если человек улетит на 2-3 дня, то или на неделю, вы не попадете. Вот смотрите, я прошел и такой, опа, для моей машины места предостаточно. И выезд прямой хороший будет. Или вон место, видите, следующее, вот оно. Или вон еще одно место есть. Смотрите, чтобы перед вами вот так же машину не поставили. У меня, например, большая машина, мне сложно будет выезжать. И была такая ситуация, что меня подперли, и я дожидался, ну не здесь, а в городе, пока человек не пришел. Доставка багажа, видите, сервис, сразу подъезжают. Сколько? Сколько за доставку багажа к месту? Сколько берете? Ой, дорого. Нам повезло, на парковке стояла штука для доставки багажа, поэтому мы сейчас налегке с удовольствием едем в аэропорт. Обычно там ничего этого нету. Спасибо, кто оставил, спасибо вам. Вот эта штучка, очень удобно. Настоятельно рекомендую, если стоит случайно, берите и езжайте. Значит, вот у нас здание аэропорта, нам надо туда. Вот это платная парковка, а наша мы с вами вот оттуда пришли, это бесплатная. И вот он наш аэропорт, идем мы с вами вот отсюда ножками. Конечно, даже эта тачка, тачанка, не очень удобно по ней ехать, здесь много всяких переходов.